Здравствуйте, уважаемые зрители видеоканала «Планета Дзюдо». С вами Роман Карасев. В этом видеообзоре я провожу статистический анализ поединков дзюдоистов в весовых категориях мужчин на Олимпийских играх в Токио. Материал подготовлен с использованием информационных данных, размещенных на официальном сайте Международного олимпийского комитета. Вашему вниманию сегодня представлена весовая категория до 73 кг. В олимпийском турнире по дзюдо в этой весовой категории приняло участие 36 спортсменов, которые в общей сложности провели 39 поединков, из них 15 поединков с дополнительным временем Golden Score. В 22 поединках были одержаны победы с оценкой Ippon и 15 поединков с оценкой Vasari. Одна победа была присуждена ввиду неявки соперника. Судьи 56 раз выдавали предупреждение шида и 2 раза хансоку маки за 3 шида подряд, приемы, с помощью которых спортсменам удавалось одержать победы в своих поединках. Оучигари 5 раз, Учимата 4 раза, Ippon Suyunagi 3 раза, Удахишиги Джуджигатами 2 раза, Косотогаки 2 раза, Суми Атоши 2 раза, Сумигаеши 2 раза, Йоко Шихагатами 2 раза, Фусен Гачи 1 раз, Хараима Кекоми 1 раз, Кузури Ками Шихагатами 1 раз, Сойонаги 1 раз, Сасай Цурикомиаши 1 раз, Таня Атоши 1 раз, Йоко Гаки 1 раз. Все действия участников олимпийского турнира дзюдоистов весовой категории до 73 кг, которые применялись в поединках разными спортсменами. Пассивность 29 раз, избегание захвата 13 раз, учимата 8 раз, оучигари 6 раз, коучигари 4 раза, Ippon Suyunagi 3 раза, захват за одну руку 3 раза, захват за ногу 3 раза, суми атоши 3 раза, укиваза 3 раза, йоко шихагатами 3 раза, удахишиги джуджигатами 2 раза, кузури камишихагатами 2 раза, косотогаки 2 раза, выход за пределы татами 2 раза, сумигаеши 2 раза, фусенгачи неявка соперника 1 раз, хараима кикоми 1 раз, катагурума 1 раз, косотогари 1 раз, осотогари 1 раз, односторонний захват 1 раз, захват пояса 1 раз, удар 1 раз, сойонаги 1 раз, сасай цурикомиаши 1 раз, Таня Тоши 1 раз, Йоко Гаки 1 раз. Самым молодым участником олимпийского турнира дзюдоистов весовой категории до 73 кг у мужчин был Сомон Махмадбеков, Таджикистан, 22 года. Самым возрастным участником олимпийского турнира в этой весовой категории у мужчин был Гийом Шен, Франция, 35 лет. Возраст победителей соревнований олимпийского чемпиона Токио 2020 Сохейона 29 лет. Возраст серебряного медалиста Олимпийских игр Лаша Шабдатуашвили 29 лет. Возраст бронзовых призеров Олимпийских игр Токио в этой весовой категории Ан Чангрим 27 лет, Цент Очирын Цокбаатар 25 лет. Возраст участников указан по году рождения. Самый быстрый поединок, проведенный на олимпийском турнире в Токио в этой весовой категории у мужчин, был между Гьяков Акил Косовой и Аяш Ахмед Йемен, который продолжался 16 секунд. Была одержана чистая победа Ippon. Победная техника Йоко Гаки, боковая подсечка с падением. Самый продолжительный поединок, проведенный на олимпийском турнире в Токио в весовой категории до 73 кг, у мужчин был между Оно Сохей Японии и Лаша Шавдатуашвили Грузия, который продолжался в дополнительное время и завершился на 9 минуте 26 секундах. Победная техника Сасай Цурикоми Аши. Общее время, затраченное на все поединки в олимпийском турнире дзюдоистов в Токио, победителем соревнований олимпийским чемпионом Оно Сохей составило 22 минуты 2 секунды. Финальный поединок состоялся между Сохей Оно, Япония, и Лаша Шабдатуашвили, Грузия. Вес спортсменов при взвешивании: Сохей Оно 72 кг 800 грамм, Лаша Шабдатуашвили 72 кг 600 грамм. Позиция спортсменов в мировом рейтинге Международной федерации дзюдо: Сохей Оно 13, Лаша Шабдатуашвили 3. Судья финального поединка: Турбат Нцецек, Монголия.
Финальный поединок между Сухей Оно и Лаша Шавдудуашвили продолжался 9 минут и 26 секунд. За время поединка было объявлено 3 судейского наказания Шида. Хронология поединка. 4 минуты 44 секунды наказание Шида Сухей Оно за односторонний захват. 5 минут 34 секунды наказание Шида Лаша Шавдадуашвили за удар соперника. 6 минут 41 секунда наказание Шида Сухей Оно за пассивность. 9 минут 25 секунд результативная атака в Азари Сухей Оно. Победная техника Сасаи Цурикоми Аши. Результат финального поединка. Победа в результате оцененного технического действия в дополнительное время Сухей Оно, золотая медаль. Проигрыш в результате пропущенного технического действия от соперника с оценкой в Азари Лаша Шадутуашвили, серебряная медаль. Поединки за бронзовые медали состоялись между: первый поединок группы А — Рустам Аруджев, Азербайджан, Ан Чангрим, Корея. Вес спортсменов при взвешивании: Рустам Аруджев 72 килограмма 900 грамм, Ан Чангрим 72 килограмма 800 грамм. Позиция спортсменов в мировом рейтинге Международной федерации дзюдо: Рустам Аруджев 2, Ан Чангрим 4. Судья на татами — Нуцубидзе Владимир, Грузия. Поединок за третье место олимпийского турнира дзюдоистов между Рустам Аруджев и Ан Чангрим продолжался 4 минуты. По ходу поединка была произведена одна результативная атака в основное время, получившая судейскую оценку в Азари. Прием Иппон Суинаги. Хронология поединка. 1 минута 10 секунд. Первое замечание Шида за пассивность Ан Чангрим. 1 минута 10 секунд. Первое замечание Шида за пассивность Рустам Аруджев. 3 минуты 43 секунды. Второе замечание Шида за пассивность Ан Чангрим. 3 минуты 43 секунды. Второе замечание Шида за пассивность Рустам Аруджев. 3 минуты 53 секунды. Результативная атака. Судейская оценка в Азари Ан Чангрим. Прием Иппон Суинаги. Результат поединка. Победа в основное время Ан Чангрим. Бронзовая медаль. Проигрыш в основное время Рустам Аруджев. Без медали. Второй поединок за третье место в группе Б. Маргеледон Артур, Канада. Цент Очирин Цокт Баатар, Монголия. Вес спортсменов при взвешивании: Маргеледон Артур 72 килограмма 700 грамм. Цент Очирин Цокт Баатар 72 килограмма 800 грамм. Позиция спортсменов в мировом рейтинге Международной федерации дзюдо: Маргеледон Артур 8, Цент Очирин Цокт Баатар 6. Судья на татами — Рауль Камаха, Испания. Поединок за третье место олимпийского турнира дзюдоистов между Маргеледон Артур и Цент Очир Цокт Баатар продолжался 32 секунды. По ходу поединка была одна результативная атака, получившая судейскую оценку Иппон. Хронология поединка. 32 секунда была проведена результативная атака Цент Очирин Цокт Баатар с оценкой Иппон. Победная техника — Удо Хишиги Джуджигатами, удушающий. Результат поединка. Победа в результате оцененного технического действия в основное время Цент Очирин Цокт Баатар, бронзовая медаль. Проигрыш в результате пропущенного технического действия от соперника с оценкой Иппон — Маргеледон Артур, без медали. На этом данный выпуск я завершаю. С вами был Роман Карасев, и вы смотрели YouTube-канал «Планета Дзюдо». До новых встреч!